Забирай войск. Так его ж... А, ралли. А, ралли Клемент, перероливать я не увидел. Ой, ну я его изучил уже, блять. Да ну его нахуй изучение это. Ну давай, кидай, похуй. Давай еще раз кидай. Ну давай. Блять, я давно. Иди, считай, что технически ралли выиграл. Ралли. Я, короче, технически буду заебывать тебя, короче, чаркой. Чтоб ты не чарил. Пойдет. Да, вот здесь часто крови падает. Блин, так, Лаймон, передай башку. Технически я уже ее изучил. Ну, башку ты не изучил. Мне надо лететь до Лоран изучать. Но в любом случае, ралли был выиграл рецепт, так что вопрос закрыт. Олег. Че? Токен. Токен на паладина и приста башку. Дашь? Ну вот токен через пароль. Вот. Башка, это БЕшка, пойдет ГБ, потом продадим. Давай к звезде трейд, дам тебе. Вот. Вот стража клеточника от мелких отведите и бейте его точечно. По этих массы заливайте, только без звездопада. Там босса сагит. Так, все убили, да? Давайте чекнем. Там Хант, надеюсь, в курсе, что он режет это? Да. Ротация стоит от этого, так сложно. Что все, погнали. Валера, тут вроде бы под грибы надо как-то, да? Да, мы если на тебя вешается сало, ты стоишь под грибы, и сало пропадает. Не стоять в лучах красных, что там еще. Прекращать каст, когда босс сбивает. Дрожание, там, земле или как-то так. Дайте интеллект. Спасибо, ничем. Хорошее да. Начало. Ёбаный дрон. Под грибы. Давайте под грибы. Быстрее. Сало вот кинулось, видите? Вары, вот зачем вы так урываете сразу? А хуй знает, только прожал буст. Играйте в дар Леонера, деревце их сыграете. Но у нас же не БДК танчи. Спрятались грибы. Блядь, ну там ругает два ханта. Веди босса под грибы. Бля, где грибы? Дерево не съели? Да, сливайте. В смысле, раньше не надо было дерево сливать? Беру этого войда. Не надо, падайте. А чё, в смысле, дерево раньше не надо было сливать? Мы просто так убивали. Или что-то починили здесь. В смысле, что сейчас типа грибы не появляются, если дерево не следили, или что? Ну пока были грибы. Не, они не появлялись, просто далеко были. Да не, вот два гриба были, и они потом пропали. Да, я тоже грибов не видел вообще. Потом, короче, пол рейда уже умерло, и один гриб где-то вдалеке появился. Маленький. Так это давайте тогда дерево просто солем, мы не будем париться. Да, больше вариантов нет. Вары, не врывайте сразу, на пола нет. Всего лишь два ханта и руга. Пола говорит, нет, два ханта и руга. Это афоризм. Я понимаю, мы, блядь, эти ханты и роги не поняли по-любому. Все, Баланар, пока. Спасибо, подамажил Торима. Ирина Пула, а четвертый какой? Ну, у хантов же это, блядь, готовность-то есть.
Обновление. Ну, получается, ты опять на пол. Какие незнакомые вещи ты говоришь? Прекращай уже. Просто этого хватит. Ты еще раз... Бля, за 3 секунды, 4 секунды прожимается здесь на 4 на пол. Ты еще про перенаправление расскажи. Хватит тут сказок всяких. Мы сюда пришли веселиться. Клайман. Я вижу, ты без фласки. Держи. Есть на ДД фласк? На ДД? Чё, Валера, всё ушёл, да? Мили ДД. Не, на милика нет, есть только фласка, наверное, бля. На милика смотри. Ну, Валера ушёл, сказал, что нам надо идти. Чё, его куда держать здесь? Ну, спасибо. Крест ты еще раз дайте. Можем начинать. А каску поварам, пожалуйста. МП5 поставил. Фурипал, ФК шут. Сейчас рандоху подожди. Что начал голову? Подожди. Так, ну давайте. Но я предупреждаю, один хант АФК. Поэтому осталось меньше на пол. Блять, я не буду, короче. Все, ждем принцессу Лалию и будем начинать. Ты делают на пол. Раз, два, три. Метка охотника где? Нету метки охотника. Так, вот это дерево. Дерево Войда надо слить. Быстрее сливайте, постановите. Вот, вот, ты можешь под босса вести под этого, под гриба. Деревце сливайте. Снова сало, что за фигня? Точнее, гриба сало. Грибочек, вставай, не будет сало. Господи, неужели Фрею починили наконец-то? Каст сейчас собьет вам каст и добивайте. Это же обычный режим, да? Не, это был хард мод. Вытягивание жизни. Я сколок. Опа, формула, давай роли. Да, может клайм? Да. Вживайтесь, ребята. Не, так это бёрлинка, ну, или чё? Да ладно, там все равно да, один. Да, один. Сука, да. Нет, 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 стой. Нет, один. Сука. Один. Ес, блядь. Войд, у тебя нету энчанта, блядь. Да Войда нет. Ладно. Искра воображения, братан. Спасибо, заебись. Ларь. Изучил. Портал из кровавого обрежения. Поворуйте. Не забываем приходить на ивенты Войда. Приз Чоппер. Покоритель. А если Чоппер есть голдой? Да? Не, ну по стоимости чё-то на твина изучишь. Спонсор ивента ГМ гильдии. Спонсор ивента? Олег, кстати, слышишь? Чё, будем делать этот последний из рода черных драконов-то? Пойдём? Ну... Не знаю, наверное, я в субботу не буду, поэтому собирайте без меня. Это типа Хоть в понедельник там, блядь.
Там нет, это то, что пятером типа убивать дракона. Да. Да, пятером, и скорее всего в первый же час 17-го. Вот, субботу. Тут массой не играйте аккуратнее, босса не сагрите. Аня, давай пожарника сделаем. Давай сделаем, если хотите. Ну, если мы сейчас на час засядем, если не больше. Так, здесь одного танка достаточно? Мне этот босс никогда не давался на ачивы. Много бегать одновременно от вертящегося туловища, оборачиваться от мин. Тут нужно два танка? Да, надо. Я чего делать, заебись. Хотя уже бой не съедь надо. Надо спекать всех опять туда-сюда, ДЦ нужен. Нет. Нету вроде... Давайте я вордру спек, но вся мне так проще будет. Не надо, тут три хила все захилят. Че, не будем делать? Да нет, конечно. Да такой дамаг жесткий, что капец просто. Самый жесткий босс. Шо, я задачу, давай так хотя бы сорванник сделаем. Ралли готов. Да мы на скорость бьем сейчас 23.00. Нам надо йога плюс 0 убить и пролить голову. Ты же об этом да, говорил. Вот, начнем. Все, я тут. Погнали. На чего ты когда пойдем уже на топовую? Ну вот ралли, Филика пролит башку. Давай пойдем. Тут шоково там надо отбегать, потом я напоминаю. Сейчас надо бежать. Интересно, как кот переагрил. Кто на нем напалм был? Может это ты он? Я номер один по ДПСу был, вот поэтому. Нет, это не напалм. Ну, убил босс. Ну, на него кинулся этот дебаф еще. Лучше он кинул на него. Да, а что, эти бомбы опять нихуя не сделали, да? Ага. Сделали вроде. Не могу поднять. Еще. Заходите быстрее в этот, в колонну, быстрее. Да ты ему туда, все туда, внутрь бегу. Еще мне поднять его? Да, подумай. Что дает эта колонна? А, Капар, я, Триси и Клайман бьем вверх, голову, все остальные центры вниз. Все слышали? Да. Ага. Да. Кулака не хватает от паладина под ником Экстримка. Спасибо. Я пока покушаю. Приятно. Да. Из красной метки вышли. Сейчас за спину. Все будем хвататься за спину. Убиваем спину вместе, Да, сегодня ДПС больше, кстати, чем тут у нас. Голова уже появилась, бейте. Она быстро появляется. Блин, мы уже час 20, я в игре час 22, мы уже добиваем пожарного, ну, мирно. Слушай, ты так нечестно, я тоже его бить хочу. Так прыгни на него. Да, я уже прыгнул, когда это теперь. Перетяни притяжкой. Вот. Вихрь костей, ребят. Вихрь костей, блядь, разбежались. Так, отбежали от робота. Так, рост. Если робота не сливать, то Вуди может ачивку нам сделать.
Вот этого, которого сейчас слили, да? Да-да-да. Вот этого, да. Ну, куда не знаю. Что сначала бить? Пожалуй, ты следи просто за процентажем трех тел, и все. Они должны слиться одновременно. Все просто. Просто и ясно. Вот сейчас низ надо больше бить. Низ за 3 ляма, у тела 2,9, а у башки лям 500. Берите низ и середину. Середину больше. С метки выйдите. Середину больше. Подставание 6%. О, поровну теперь отлично. Блин, могли, кстати, бессмертно сделать. Вот, спрятали на спину. Все, добивайте башку. Можно было бессмертие сделать, капец. А что такое пожарный? Замети кральку пожарника. У меня нету, кстати, этой ачивы на этом шпу. Где он там, этот пожарный? Вот. А, после механизма активации. Ладно. Можно на следующем КД на выходных собрать на топовые ачивы вместо целка. Пишите коломоботов. А какой тут следующий идет? Везакс. Генерал Везакс. Портал. Ага, вылившийся галерея. Вылившийся право. Правого безумия. Ну. Портал. Пардон. А, это ласт босс, да? Не кинешься. Нет, нет, еще три. Даже больше. Мы еще не убили. Еще двоих вначале. Или убили? Нет, не убивали. Ну они там пятиминутные. Нет, ну Олег, я тебе говорил, что я тоже до 11, я пойду смотреть плов. Хорошо. Пойдешь смотреть. Футбол. Давай, теперь накину ИП. Давай, удачи его. Тоже люблю футбол. Так, у нас минус 3, это плохо. Кто мне объяснит, потому что я так и не понял идеологии Ульдуара. Это настоящие титаны в Ульдуаре или кто это? Наркоманы. Короче, вкратце, было 4 бога, правили этой землей. Титаны прилетели и всех в разные тюрьмы заковали. Одна из этих тюрем — это Ульдуар, бог безумия. Постепенно бог безумия завладел мозгом хранителей, которые охраняют. И теперь мы приходим, убиваем сюда, чтобы не протонулись. Не отправили сигнала и снова не прилетели титаны, чтобы нашу землю снова не убили. Вау! Я записать забыл. Мелкие копии титанов, да? Как мне написали. Пейка, ну, тебе, короче, знаете, пятерку да. По истории надо. Нормальная тема. Я больше просто по вору Властелина колец, Сильмариллион слева. Так, я сейчас смотрю, кто может в комнату зайти. Раз. Два. Три. Четыре. Говорю, шесть. Говорю, ни разу в комнате не был котом. Да вообще никем не был. Человек 7 может зайти в комнату, надо 10. Я на шепоте безумно меня. Ты хочешь Алтею в комнату ставишь? Килика. Ралли, Мичон. Диспанк, Капарсивен. Три. Пять. Хорошие слова. Да, хорошие, но они там никогда не были. Могу на БДК зайти, на Визакс и Йога.
Давай. Пусть я Дорн спекается в анхолик этот. Чего? Пусть Дорн спекается в анхолика. Да нет, тут куча миликов. Так, бля, Войт сейчас зайдет ДК, когти будут. А, ну да, все правильно. Чё, Славик, как здоровье? Уже лучше. О, говорит, слава богу, босс, ходи. Все ждали возвращения. И хоть не будешь капсить. Так, может кто-то зайдет на йога в ВКонтакте. Какой-нибудь Макгрегора, да? Ну да. Вот квест на Алгалоне падает там код отклика или что-то такое с Алгалона. Оно падает всем или как? Нет, один раз кому-то. Подожди, не агри, у меня маны нет, умрешь сейчас. Так это что-то делать надо, квест какой-то или что? Нет, просто сдаешь его в Долоране. Ранину, что ли, все, начинается скрип. Он всегда падает, да, одна штука там? Да. Нет, да, всегда падает. Там шмотки длинные. А что падает? На мишку надо там. Да, шмотка на посланника, короче, без листьев. А что оно дает, вот этот код доклика, имею в виду, там что-то дает приз какой-то? Просто шмотки там. Какие шмотки? Ну, плащи какие-то, что ли. Ну, бессонок для цунок можно? Нет, конечно, не персонально. О, прогресс уже 5 ударов сделал. Блин, маны нет уже. Понял, лучше мне трэш не бить вообще. Ну так и милики не бьют его. Будь как иди мы, пока. Стой наверху, наблюдай за всем сверху. Потом скажешь, что я ФК был. Ну да. Спасибо. Пошел я котом с лимоном в ЦЛК 10Н. Буквально один удар, даже точечный агро на мне. Пипец. Че, вчера в 10 герты сходили вечером? Нет, ну, да, по-моему. 10 пошли к пуга. Не, мы не собрали, мало людей было. А мы же вроде Лича убивали 10 герты с кем? А, то да, а потом мы еще с нуля, с лимошкой хотели. Это где, короче, 3 раза таунтом капа промазал, по-моему. Да. Ебать, я рад. Там клифа не стоял у Ваниного Пава. Да. Я же так и знал, вот когда ты сказал, я сразу подумал, что символ убили, так мы потом с нуля хотели же еще собрать, не смогли. Так мы в кпугом в 10 оп затулились. 3 дд наших и 3 дд наших. Да, бред, смиски. Поставь шкаф в повороте, иди сюда, Кнут. Не в Ретрика тут? Да, в Ретрика. Ну а чё какое-то делаем, или так? Просто убиваем. А чё вы этих хлопок убили? Забыли на... Так, не сагрится часом? Не. Дамаги нету, агро, ну как так? А ну вас в баню, пошел я. Ай-яй-яй, 30к в минус. Чуть не убил. Один косарь оставил.
Я так понял, Хант, ты на меня на пул дают, да? Чтоб я помирал? Да, вряд ли. А как я уже на втором был, на втором этом, Агрору? Потому что его никто не танчил. Как, Войта? Войта шел другого греть. Один в РДД-зоне достаточно, да? Здесь, ну... А, 9 человек достаточно? 8 надо человек или 10? Да, достаточно. А. Точно, не знаю, но лучше ББ в 10. Давай проверим. Там так же... Давай проверим. 9, короче, смотрите, великий пеппер под босса, Войд танк. Третья пати стоит в звезде, отбегает от копья. Четвертая пати в кружочке отбегает от копья. Ага, ты бьешь босса в мили зоне. Просто ты в четвертой пати случилось. Третья пати и звездочку бьет. Хейзенберг хилит четвертую пати, я третью. Готовность. Третья пати в звездочке. Ну да. О, сейчас Анар зайдет на БДК. Шансы убить плюс 0 повышаются. Он зашел уже. Ладно. Ну, после этого босса, значит. Сосуманин. А кто такой этот по вору генерал Везекс? Это кто? Угу. Ты чё, забыл или что нам-то? А чего запорол, блядь? Помню. Я сказал, бегите от звезды, и я бежал. Только не туда. Правильно, готов? Всегда. И везде. Ну, вот, начинай. Ребята, не дохнем. Стойте, пока не бейте, РДД. Как лужу кине. Копье, потом вставать в лужу и бить. Третья пати отбежали. А почему я до Войда не достаю? Войд, встань прямо во фрейм, пожалуйста. Так, достаешь? Да, нормально. Отбежали, та же пати. Все, забежали обратно. Ну, видишь, Ламбрат, ты медленно отбежала и... ...провтыкала. Отбежали опять. Отбежали третья пати. Сейчас будет метка безликого. Повороте, отбеги от него. Всем отбежать от него. Жди, пока дебаф пройдет. Отбежали третья пати. Так, Клейл заходит в игровой мир. Отбежали, отбежали, отбежали. Что, может рост дать? Войд, ты как? Оставь. Эти пати отбежали. Ну, не знаю, быстрее убьем. Четвертая пати. Отбежали, выбежали. Ну, от хилики отбежали. Нормально. Да, отлично. Ладно, так, добегем. Четвертая пати отбежали по вороте. Ты видели, что хмели сунели сделал? Он подбежал прямо в метку и улетел. Да, молодец. Забавно. Это все у кого лишь. Бежали опять, третья пати. Не знаю, там копье вроде видно. Можно от него отбежать. Четвертая пати, вон хмели сунели. Повороте, отбежали от повороте от креста. Далеко беги. Все, били босса. Повезли. Сумадите, брат. Болешка упала. Четвертая сколка? Да, по-моему, ага. Капар Сивен, ты как 19 косарей выдал? Он стоял в ложе, получил. Одна третья собрана. Он тоже рецепт упал, да? Не, нет. Пока сейчас еще один гарантированно убью. Ненавижу эти рецепты. И этот инс тоже теперь ненавижу. Так. На Инстаграм ты будешь в эфорике, Макгрегор будет танчить.
Ух ты, я наравне с фуриками надамажу на тут же в три танка идем, мне тоже в танки? Да, ты в танки. Шо, самолете, ребята, или у вас бой там? Самолет. Так, Дорн, ты... Шахтер пропустил. Давителю. Можно вопрос? Какие щупальца милики бьют, большие или маленькие? Милики, маленькие щупальца, РПД большие. Когда две пати в комнате, большое щупальце, оно останется, его могут все бить. Только внимательно, когда четвертая пати выходит с того мира, щупальца опять начинается двигаться. Ну, начинает двигаться. Что? Внимательно. А мы что, в 7 человек пойдем, что ли? Не в 7. Кто еще в комнату хочет? Я там ни разу не был. Воздержусь. Он же орали с нами. Сакрафайс, у тебя есть ДЦ? Или в 3 хила за хилем? Даже не знаю, что делать. Экстримка пойдет. Экстримка, ты ходил в порталах? Отлично. Дубасик что тоже неплохой вроде. Ладно, давай. Повороте тоже пойдет. Хорошо. Короче. Олег пати расставляет, объяснил. Третья пати заходит в левые порталы, начинает бежать с левой стороны и выходит в левый портал. Четвертая пати заходит в порталы справа. Бежит по правой стороне, бьет щупальца и потом выходит в правый портал. У порталов на выход ГКД есть. За 10 секунд там скажут выходить. Начинайте выходить. Да, все правильно. Давайте так, вот слева я первый портал, Хелика второй, повороте третий, Сакрафайс четвертый, Дорн пятый. Справа Экстримка первый, Дубасик второй, Экстаграм третий, четвертый, Капарсин пятый. Простите, мне послышалось, или ты сказал Бьорн пятый? Нет, Капарсивин пятый. Ну что, пробуем без ДЦ убивать? Да не стоит. Подожди, миликам наносится урон тогда, когда они стоят под лицом моба, что ли, да? Ну, это не точно. Тогда же пробуем убивать, да, через раз попадает на милика. Рвение, которое увеличит урон по игроку. Хорошо, когда сейчас я буду следить за рвением, говорить, там, милик, отбеги в РДД зону с дебафа. Ну что, типа, как? Три хила, ладно, посмотрим. Пусть через лож. Макгрегор, ты готов? Yep. Все, подожди-ка, тогда... Там портал похуй какой, да? Я же сказал, четвертый портал справа тебе. Я проебался. РДД в звездочке. Милики там. Ну нахуй все, говорите. Сейчас панк выйди в РДД зону. Какую битву? Кружочек бьем. Жди, пока пропадет. Кружочек, ромб. Сейчас панк, выйди с мелизоны. Он уже вышел. Все, Джас панк, дам. Череп, дамажим. Ой, убегаю. Ралли, убегай. Уже. Вот троп, ну троп бервения. А можешь бабл прожать и троп? Повернулся. Ну, нормально, да, нормально, он шарит. Слушай, это тема. Ну что, пока не умер еще. Ламруа нормально. Звездочку бьем, потом кружок. Калк, выйди в мили-зону. О, в РДД-зону. Жди, пока дебаф спадет, потом. Он промотает, ты опять бьешь. Без ДЦ можно убить. Так, смотрите, милики, мелкие щупальца, РДД большие. Спак там, сбегайтесь. Пожалуйста, присты, диспельте магию, сакрафайс, давай гимна ману. А тебе залить, Олег?
Да, забивай. РДТ, вон, звездочку поставил, бейте большие щупальца. Миленькие, мелкие. Сейчас будет череп. Человек череп и лучи. Так, от черепа отбежали, от лучей отбежали. Лучи двигаются. Ага, прожми бабл и отбеги. Все, не жми бабл. Вольт, альт, сбегитесь, так. Сбегитесь. Фу, два лучи сейчас будут. Куда сбежать? Так, все нормально. Хмели сумели, где ты там? Он в каком-то щупальце его убивает. Ребята, сзади босса тяжелые щупальца. Почему его там три человека убили? Да нет? Нормально, нормально. Давайте, отбежали от лучей. Дорн, Ламруа. Ламруа, сбегайся к Дорну. Сейчас будут порталы. Порталы, подходите. Пойдем. Зашли в порталы. Еще одно большое появилось. РДД большое. Если оно кто обездвижено, если кто остался, бейте тяжелые щупальца. Миленькие, маленькие. Щупальца быстрее добили, все, бежим. Что это фигня? Схожая. Третья пати налево, четвертая пати направо. Скажите, когда выходить. Ну куда ты убегаешь, Никчем? 26. На нас дебаф. Так вы вместе и должны бегать. Все, в свету тяжелые щупальца все бьют, это приоритет. Выходите уже, выходите 10. Из портала. Выходим. Выходим в порталы. Щупальца добейте быстрее. РДД, большие щупальца, быстрее. Милики, пока оно обездвижено, щупальца играем. Все, милики, отбежали от щупальца. Милики, отбежали от щупальца. Порталы 12 секунд. Лучи смотрим. И мелкие щупальца. Сейчас кого-то схватит, мелкие щупальца. Попало 5 секунд. Ага, хилься. Ага, хилься. Ура, подбеги, пожалуйста. Кто, сука, с черепом зашел, блядь? Блядь, ну это я случайно, извини. Красавчик. Еще один портал сзади есть. Зайти? Да, заходи. Где там пополняют здравомыслие? Нет такого. Как не знаю. Плюс 0, типа. Чего не добили портала? Ой. Знаете, блядь. У меня 20% было. На большое все. Бьорн, зайдешь в портал, сейчас реснешь 100 грамма. Ну, потом уже, не сейчас. Как? Ладно, зайду. Чё дубасик не зашел в портал? 10, выходим. Давайте выходим. 8, 6, 4. Не нагнетай. Большой, помогите. На меня кинулся череп и нажал сразу на портал. Ладно, давайте падать. Минус 2 уже. Минус демон. Дубасик, ты в РК? Дайте хоть зайду, гляну. Где портал хоть один? Зайти, гляну. Вроде, что ты умер? Я не умер, я не вышел в портал, я что-то жал, не могу выйти. Ну так надо за 10 секунд выходить. Так я нажимаю наш портал, он меня не выпускает, почему? Там спамит. Mm-hmm. Постоянно жму. Батя, ты портал не зашел. Может, ты мимо нажимал там? Нет. Ничего не понял. Надо четко в портал вставать, когда жмешь, не стоять там в 5 метрах от него. Жмяк, не надо раз за разом, там штук вот здесь, наверное, даже спустил. У меня первый раз он стоял. Нет. А что тут делать надо в порталах, а так и не понял. Короче, стенку лицом упрись и вайво это, иди прям так. Там в портале есть мобы, их надо убивать, они в щупальца превращаются. Эти щупальца надо убивать. Когда все убьешь, в комнату откроется проход, там мозг будет.
Там какой-то злой повороте бегал, 130 хп и бил меня. Там в воздухе висят черепки, и от них надо отворачиваться. Если лицом к черепкам будешь стоять, то у тебя здравый мысли будет тратиться. Может, лучше мне в портал не заходить. Там, блядь, легко, блядь, такой тупой не справится. Блин, я забыл про никчёма, короче. А ты не в порталах разве? Да, он что-то ебать, а как так-то? Давай тогда вместо дубасника ни в чем второй портал твой. Блин, я забыл, что у нас совы нету. Ё-моё. Еще раз объясните, что на второй фазе теряется здравомыслие? Это же в Лемене, Олег? Нет, не в Вершаме. У нас тут лаунч. Отлучать. Если ты не сбегаешься, если вы далеко друг от друга, то теряется. От черепка теряется. Просто так лучи черные она посылает. Теряется сразу 12. Понятно. Вы в комнате. Дубасик, резнешься? Повороте. Там какой-то КД нарез. Еще игнорит, блядь. Лейл-то. Кто? Да вон, Олег спросил, короче, и ничего не отвечает. Кто это? Что, может, что АФК? Хуй знает, тут АФК. А, это Лили, это Маша. Мансити, Шахтер 2-0. А че этому, как он, блядь, психопату ВРК в нашем надо постоянно? Че он там сидит? Думаю, что сейчас поможет нам. Дубасик, ты тут? Дубасик. Раз, два, три. Чего ты не хватаешь? Да, я на АФК. Дубасик. Прессайся. В РК ты хоть? Слышь, Войт, ты там поанонсишь, чё, кто кого какой будет бить, там держать. Может, тогда психо-место повороте в комнату? Тогда. Ну, иногда он зашел еще один бой. Могу там на сову зайти. Если он пойдет. Там, на следующий трай. Спаси сразу нокдауна, может, пойдет. Да, могу на сову зайти. Как раз сова нет. Че, в комнате или нет? Так, ну давай. Это ты, что ли? Вместо на повороте зайдешь в комнату, третий портал. Слева, справа. Слева. Слева. Че, Олег, зайду на сову? Этот нокдаун покончит. Ушел. Не идет. У тебя будет время подрочить еще? Ну, можешь начинать уже. Басик, принимай сумон. Позвал мне, короче, Шанан в РК побазарить. И начал ныть, то, что его Бибоп кикнул с гильдии за то, что он, короче, взял каких-то двух бичей в гильдию.
Да не, я его не за это кину. Хорошо. Не умеет шутить, короче. Пушите рыбу. Дайте бафы повару. Панчи слабоватые. Эй, псих, ты убил ту хлопузу? Нет, он неубиваемый. Можете зайти посмотреть Лима Пшанан, он там канал перед уходом создал, он и Пшанан. Я ему пишу, ты пойдешь в Ульдон, канал создает. Ну, очень прикольно, наверное. Какие каналы? На Ютубе? Да, зайдешь, посмотришь, я его пока не удалял. Там за помощь голду просит. Ну ладно, теперь кнута будет просить. Давайте чек на пул. Пейпер, ага, правильно. Пейпер тут? Пейпер! Все готовы, погнали. Милики, а кого потом пойдете куда еще? Да. Кого я называю, вы выходите в РГД-зону. Клин звездочки. Ой, давай твой. Так, звезду убьем. Мой. Али, выйди, Сейда. Бля. Почему ты провтыкал сейчас? Дубасик, выйди, Сейда. Дубасик, в РДД зону, выйди. Ебать, тупые, бля. Да, тупые. Что тут сказать? Бёрн, подымай ралли. Да, и все, один у нас бэйр остался. Ну что его нахрен? Не. Верну в РДД зону. Звезду бейте. Пахните там, пристабаф, лавку, что-нибудь, помру нахуй. Еще раз. Да. Блин, накидается на ретрике, он сразу умирает. Ладно, падаем. Лицом щелкать. Ну, все встаньте в одну точку и много там пускай. И убивайте мобов. Че там за прикол сейчас кидается рвение и че? Ну увеличивает урон по другим целям. Вот как моб кидает, взрывается моб, и ты больше урона получаешь по себе, если стоишь рядом с человеком, у которого дебаф. Сказал про ралли, не выбежал, умер. Сказал про дубасика, не выбежал, умер. Ладно, там экстримка, он... Смотрите, в чате пишется, кто он такой. Я понял, но а почему они бьют-то мобов? А, типа, ДД мало? Наверное, да. Дубасик, ты услышал меня? Напиши в чат что-то, что ты услышал. Раз, два, три, дубасик. Тут. Так там рейнс что-то 15 метров этого взрыва. Отбегайте перед смертью мобов и пиздец. Сдевать новые ловушки. Че, где бой появился? Там да еще, там блядь, мобов быстро свели вообще. Там все прокнуло, блядь. Короче, дубасик, не ответишь или нет? То со стенкой я общаюсь, мне кажется. Это сагрэда. Там вон спустили. Экстрим. Кого не резайте там, пусть бегут. Ну ладно, вы пока агрите, там полчаса отойду. Заходите, пайпайтесь. Все видели бы. Этот, на огре этот гоблин сидит. Да. Капу
просили по очереди. Дубасик, ведь что-то. Ты слышишь меня? Хорошо, Джесс. Дубасик. Это что, Джесс, что ли, на прочте? Да. Вот, я не могу объяснить это, но Дубасик в РК и не отвечает ничего. Интересно. Может, он глухой, болен чем-то. Бред какой-то. Кто-то в комнате сейчас последний остался, он меня 10 промахов сделал, прежде чем убил моб. Это там что, ты его кикнул или сам ливнул? Да я его кикнул. Пользы ноль. Не слышишь, что в РК говорят, не отвечает, не вижу смысла держать в рейде таких. У Вара уже есть вмешательство. Навел на рейд. Достаточно скил. Просто сразу. Смотреть все. На худой конец вмешательством для надежности. А на самый худой глухой оборону, да? Поэтому мы здесь и сидим. Потому что никто ничего не слушает. А вот же за какой был портал? Ну смотри, твой первый, мой второй, у психа третий. Ага, вон. Четвертый. Как у этого ховера накопилось 32к ЕП? Кто такой баунт? У этого Дубасик. Дубасик, а почему ты не отвечаешь в РК, когда тебе говорят там, выбеги с рейда? Потом еще минут 10 говорят, ты тут, ты не отвечаешь. Может, сейчас ответишь? Просто это не раздражает уже. Напрягает тоже. Ну ладно, по работе, наверное. Тогда на свою зайду, раз на гаун пошел. Ну ладно, давай, держи пати, Дубасик. Дочь царя, баунти, ДЦ, ШП, 6.5, варенька. Кто это вообще такой? Даже мейна такого нет в гильдии. Давай, шкаф в повороте. Чё, заходить на самом деле? Они там с нокдауном затанчили. Жирный какой-то. Подожди, я у него ДД брал, может, на ДД хочет идти. Но он не хотел в льду идти. Все, заходи, Войт, на сову. Он потанчит. Кинь тогда Войда, наверное, вместо мобильного хила. Все. Так точно. Не дурно. Да подожди, мы спросим. Не один раз, это как понимать? Не один раз. Там запятая. Не один раз. Это как спросить. Первый раз у меня так. Не знаю, как спросить. Ты пойдешь сегодня гулять? Ты ответишь, да, сегодня погода 10 градусов.